Телеканал КРТ представляє. Все мы недавно наблюдали, как вот Банк Англии не вернул золото Венесуэле, например. Как венесуэльские заводы, компании просто заблокировали и деньги страны Венесуэла, их передали какой-то группе оппозиционеров, которая якобы представляет Венесуэлу. И до сих пор, получается, миллиарды долларов куда-то исчезли. Если мы возьмем, например, Ливию, то непонятно, куда исчезли все миллиарды долларов ливийского народа, которые были и в европейских банках, и в американских банках. И, собственно, это вот как бы интересный вопрос. Если мы возьмем Украину, то мы же тоже понимаем, что у нас с помощью офшорных компаний наши промышленные группы очень долго, на протяжении десятилетий, вымывали финансовые ресурсы, валюту за границу. И там она оседала на счетах. То есть вот насколько, вот как вы думаете, есть вероятность вернуть эти вот накопленные гигантские финансовые ресурсы? И насколько есть опасность того, что деньги, которые там размещены, могут просто элементарно исчезнуть, как это было и в Ливии, и в Венесуэле, когда вот эти страны просто отказались выполнять указания? Я считаю, что нужно забыть об этих деньгах. Конечно, они исчезнут. И потом не надо забывать, что не в деньгах счастье. Счастье – это когда у тебя работает производство и создает продукт, нужный людям. А деньги – это всего лишь некий посредник, который обслуживает эти процессы. И людям, которым кажется, что деньги – это здорово, они просто больные люди денежным фетишизмом. И такие люди, как правило, очень примитивны в своих рассуждениях, потому что надо понимать, что если мы хотим развивать производство, то дополнительные станки, дополнительное сырье для производства дополнительного выпуска продукта, оно должно быть произведено уже быть в текущем периоде. Если этого не было, это не произведено, то вы хоть завалите все деньгами, золотом, долларами. Производство от этого не заработает, потому что оно работает, учитывая определенные производственные взаимосвязи для выпуска нужного продукта. А стихийно оно только может погибать, особенно производство сложной продукции. Поэтому переживать насчет того, что деньги пропали, ну, обманули. Знаете, Буратино тоже практически был обманут. Пиноккио, вспомните эту сказку, когда ему показалось, что вот он пришел в страну дураков, где все веселились. И ему просто повезло, когда... Это именно приключение Пиноккио, сказка, когда он увидел, как мальчик, который его привел, ему дали выпить какое-то пиво, и он стал превращаться в осла, который должен просто работать за то, что он кому-то поверил, что можно жить, ни черта не делая, просто играть в спекуляции. Поэтому, к сожалению, где-то приходится признать, что мы оказались в роли тех, кто, кому придется засучить рукава и работать, но вот эта степень самой работы, ее тяжесть будет все более и более высокой, чем больше мы будем доверять вот этим играм в деньги. Не в деньгах, не только счастье не в деньгах, и не в деньгах секрет развития своей экономики. Да, если бы мы были, как, допустим, избранные страны, США, Европа, Великобритания, там, Япония, Канада, и имели бы право рисовать валюту и запускать ее на весь мир, и за счет этого перераспределять все доходы, производимые в других странах, в свою пользу, это одно дело. Мы могли бы тогда говорить больше просто о деньгах. Но когда наши валюты не ключевые, то есть их нарисовывают, их никто не будет никакой стране мира принимать, чтобы просто так мы рисуем, а они нам будут отдавать материальные ресурсы, мы должны понимать, что у нас один выход – развивать собственное производство в направлении улучшения жизни людей. Для этого нам нужен план экономического развития.